35 миллиардов тенге потратили на подготовку к отопительному сезону в области Улутау. Сейчас идет ремонт на Жасказганской ТЭЦ, Сатпаевской котельной. Также меняют магистральные и внутриканальные магистральные сети. Насколько регион готов к зиме, расскажет наш корреспондент Елизавета Шалина. Кыскаумыт – один из крупных кооперативов Жасказгана. Его работники обслуживают почти 70 домов областного центра. Подготовку к отопительному сезону начали еще весной. Ведь до наступления холодов коммунальные системы домов должны быть полностью готовы, поясняет сотрудница КСК Мирамкуль Адильбекова. Все обслуживаемые нашим КСК дома уже готовы к отопительному сезону. Надеемся, что зимний период пройдет без особых проблем. Хотя это зависит не только от работы, которую проводят кооперативы. Внутригородские системы должно подготовить предприятие тепловодоснабжения. Важна и бесперебойная работа ТЭЦ. Подготовка Жасказганской ТЭЦ идет согласно графику, говорят специалисты предприятия. Реконструкция основного оборудования станции завершена на 80%. Уже готовы к работе 4 котла. До 1 октября завершат капитальный ремонт еще одного. Заготовили необходимое количество угля и мазута, чтобы обеспечить теплом Жасказган и промплощадки, рассказывает инженер Маргулан Тайланбаев. В этом году проводим большой объем работ. На ремонтную кампанию выделено 14,5 миллиардов тенге. Большая часть инвестиций, остальное из бюджета станции. К началу отопительного сезона, даже если он начнется раньше обычного, готовы. По плану в работе будут задействованы 5 котлов, 6 в резерве. Скоро завершим его модернизацию. Также к концу года должны закончить реконструкцию 7-го котла. Необходимый объем угля и мазута имеется. Порядка 2 миллиардов тенге направлены на ремонт теплостанции города Сатпаева. Там ведут реконструкцию котлов, дымовой трубы и 4 газоходов. Обзаведется станция автоматической системой мониторинга газов. К зиме готовят и коммуникации региона, говорит зам. Акима области Улантай Усенов. Идет замена 44 километров магистральных теплосетей. Также обновляют квартальные сети. На 90% выполнена работа по подготовке многоквартирных домов. Всего их в области 1419. Соцобъекты также практически все готовы. Осталось 10%. Для автономных котельных, снабжающих теплом объекты соцкультбыта, в сельской местности уголь закуплен. Завозится уголь и для обеспечения населения. Для этого потребуется 170 тысяч тонн угля. В области продолжается газификация населенных пунктов. В Жасказгане голубое топливо уже используют жители 4 микрорайонов. Еще в одном провели газопровод. В ближайшее время к системе начнут подключать дома, тем самым снижают нагрузку на теплоисточник и сети областного центра. Решают и проблему качества теплоснабжения отдаленных районов города. Елизавета Шалина, Нурбол Узикбаев, 24 КИЗ, область Улутау.